что-нибудь руками просто. Хей-хей-хей. Давай, раз, два, три. Хей-хей-хей-хей-хей-хей. Это новый влог от Team Rizzo. Как будто мы никуда не уходили, да? Одежду даже не сменили. На пятый день пребывания в Бангкоке мы решили поехать в парк Бенджакити. Договорились с Лешей Поповым. Леша, привет. Как тебе в Бангкоке? Класс, да? Встретились, зашибись. 10 дней мы в Бангкоке и так не встретились с Алексеем Поповым. Всем йоу, сегодня какой-то день в Таиланде, и Саша привела меня на один из крутейших спотов в Таиланде. Что за спот? Спот столбики. Наконец-то они додумались залить здесь чем-то покрепче, чем просто вот такая. Это видео. Ой, ты чё? Жопа ленивая. Он сказал, что он примерится вот сюда прыгать. Я не поняла. Примериться на что? Ого. Примерился? Нет. На самом деле, как бы здесь очень жарко, и это настолько выматывает, что просто даже по улице будешь ходить, то на следующий день очень тяжело встать вообще с кровати из-за того, что у тебя какое-то обезвоживание, тепловой удар, я хер знает. Ладно, это не надо вставать, это херня. Еще один из дней был, мы решили съездить на знаменитый спот Бангкока, Супан Таксим называется, договорились со спинбоем. И он нас не кинул. Да, он как Лёшка. Опять засёр Лёхи. Короче, спинбой приехал, потренировался с нами немного. В этот день был тайский Новый год, называется Санкран. И это просто было какое-то сумасшествие в городе. Все в этот праздник обливаются водой, кидаются в друг друга какой-то белой глиной, короче, пьют, орут, тусят. И мы когда заходили в метро, просто каждый второй был в рубашке такого цвета, ну, в цветочной рубашке и с пистолетом водяным. Ну, камон, как тут прыгнуть можно было? I can turn my hand to any style I want, depending on what vibe I'm on. No peace and happiness to banging with an iron rod. Whiny little emo to an ego like I'm a god. And I can make a pilot go up, fuck it, I just tied it off. Cause I refuse to compromise my luck. What the fuck? Оп, оп, оп. Сашка, когда ты здесь манки присиженно могла сделать? Сейчас не знаю. Thank you.
общем, начался гимн короля, и все замерли. What the fuck? И все пошли. После тренировки на Супан Таксим я ребятам предложила съездить на Косан Рот. Это знаменитая туристическая улица, где куча баров и всякого тусича. Я хотела просто показать, где девушки с письками. Нет, они не там. Девочки такие, они на ковбойсовой. А это Косан Рот, это барная улица. Короче, не суть, она была перекрыта, и там было просто нереальное количество уже к 7 вечера пьяных людей, обдолбанных каких-то, все обливались водой, мы пришли туда с рюкзаками, короче, вот так обняли рюкзаки, и Женя разнылся, не захотел ничего снимать. Короче, дело было так, я никуда не хотел идти, у меня болели две ноги, мне было плохо. Че ты жалуешься? Я не жалуюсь. Вышло так, что ты такая, ну, поехали. Я такой, ну окей, базара нет. Мы... Пиздец. Извините, что я хотела показать вам Бангкок, молодой человек. Здесь снимали «Мальчишник в Вегасе» одну из сцен. Вот на том балкончике. А здесь ребята снимали видео, после чего запретили туда лазить. Find it hard to be myself. I shed my skin for everybody else. You don't know me.